ты оперился тогда? 9 секунд до прямого эфира. Ладно, Родик, что ты как будто мы в космосе отвечаем. 7 секунд. Спеем вас. 6 секунд. 5 секунд. Заставка пошла. Пам-пам. Прямой эфир, поехали. Добрый вечер, дорогие мои любимые жители Пятигорка. Какого Пятигорка? Пятигорска. Ну, написано тут Пятигорка. Ну, значит, это опечатка. Откуда я знал, что опечатка? А то ты от меня хочешь. Давай, нормально читай, улыбайся. Ладно, все, извините, 1000 извинений, ради бога. Итак, вы смотрите телеканал Сейфкаунт ТВ, самый мощный телеканал всего мира, Вася, из Ставропольского края, в частности. В студии, как всегда, я, ваш любимый Жорик Вартанов. Ну, скажи, что у нас настолько мощный телеканал, у нас настолько мощный телеканал, у нас новый телеканал, у нас есть Zoom, Вася, Zoom а тебе не указывай там. Вот Дениша. Это вот, Zoom у нас есть. Давай, 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 давай. Итак, короче, сегодня в рубрике «Ресторанный путеводитель по Пятигорску» я расскажу вам про рестораны Пятигорска. Меню и цены, в общем, места, Вася, где можно прийти с тёлками нормально похавать. Какими тёлками, Жорик, что ты несёшь? С какими тёлками? Слушай, ты сам знаешь, с какими тёлками. Кристина, Лаура, что ты слух говоришь об этом на весь Пятигорск? О, извините, ради бога, 1000 извинений. Итак. Наш спонсор. Наш спонсор, а ты не указывай мне там. Хорошо покушать и провести время в кругу друзей. Вас приглашает ресторан японской кухни «Ромашка». Слушай, Рудик, я был в этом ресторане, говно, а не ресторан, на самом деле. Что? Да говно я там хавал. Что, как можно такое по телевизору говорить? А что тебе не нравится? Мы телевидение, мы должны говорить людям правду. Говорить правду, а не выражать свое личное тупое мнение, Жорик. И что? Мне не нравится этот ресторан. Пришел, похавал чуть-чуть сырой рыбы с рисом, 1,5 штуки отдал, голодный ушел. Еще заставляют есть этими карандашами. Это не карандаши, это палочки. Палочки. Извините, дорогие зрители, приходите, пожалуйста, все желающие покушать суши. А если не найдетесь, приходите в ресторан «Кавказская Вася кухня ваша». Какой кавказский ресторан? Мальчик, слушай, Кирова 18, сыр, зелень, лаваш, баранина, свинина, ягненок, Вася, такой свежий, вкусный, что его приносят, ставит, он еще смотрит вот так на тебя, говорит, ты уверен, ты точно хочешь похавать меня, может, нет, мало слушай, ли что так? Ты несешь вообще? Какой ягненок, как может ягненок разговаривать с человеком на столе? Слушай, какой ты, Вася, фрукт, ты что, фрукт, под ЛСД, что ли? Ладно, все, не умничай, по-братски, все, извините, ради бога, приходите, не пожалеете, ресторан, ну а что там? Там, где по кайфу. Ты человек или телефон, что ты несешь вообще? Сам ты телефон, ладно, идем дальше, 1000 извинений. Вас приглашает итальянский ресторан «Палермо». Четче скажи «Палермо», чтобы люди поняли, что это за ресторан. Как еще четче? «Палермо». Нет, по-фирменному, чтобы людей завлечь. Это наш спонсор. Вас приглашает итальянский ресторан «Палермо». Вот. Который находится в курортной зоне. Говно это итальянский ресторан. Что? Шашлык, рулик, понял? Вот ты несешь, что значит итальянский ресторан? Вот так вот, говно это ресторан. Что, тебя итальянцы укусили в детстве, что ли? Ну, так тебе не стыдно? Надоел ты, блядь! Что, зачем, что ты сделал? Укусили меня! Зачем ты телефон сломал? А что? Эти итальянцы тоже оборзели. Остатки колбасы покидали на лаваш. Подогрели, вот тебе пицца, а? В магазине макароны отварили сыром. Обсыпали вот так, вот тебе спагетти болонезе. Понял? Не то ли дело, кавказская кухня. У Ашотика мясо свежайшее, баранина невероятная. Слушай, свинина неимоверная. Какая свинина неимоверная? Вроде такая свинина к тебе подходит, эта свинина вот так, ну, здоровается, говорит, сам что как, что за движение, родичи как там. Свинина как может с человеком здороваться? Слушай, что ты меня нервируешь, отвечаю. Не нервируй меня, ради бога. Это ресторан самый лучший на Северном Кавказе. На компанию 1,5 штуки потратите. Это еще и с бухлом. Каждый день живая музыка. Каждый день кайфуем. Это твои личные проблемы, каждый день что ты делаешь. Давай, это спонсорская справка. Ресторан Мюнхен, это самый главный все, спонсор. Ради бога, извините. Ресторан 1000 Мюнхен. Извинений, у меня просто оператор вообще, я не знаю. Так, дальше. Недавно открывшийся в Пятигорске пивной ресторан Мюнхен, это я вообще читать не буду, слушай. Почему? Потому что... Почему не будешь читать? Ты видел этот ресторан? Слушай, что с тобой? Что, я видел этот ресторан? Что, нормальный... Этот ресторан видел, Рудик? Что? Нормальный ресторан немецкой кухни, ничто. Что? Ничто, придут, это, сидят, пиво пьют и пиписят ходят постоянно. Что значит пиписят? Что ты за слова придумываешь? Все сядут вот так, лизгинку танцевать, а нет ни вообще. Жорик, какую лизгинку? Это немецкий ресторан, немцы лизгинку не танцуют. А что они танцуют? Брейкданс, не знаю, что они танцуют. Ну, брейкданс, а почему они пришли туда? Идиоты сидят, это сухарики принесут, кушают сухарики. А что есть? Что кушать, если сухарики там дают? Ладно, пусть сухарики приносят. Пусть кушают сухарики, ради бога, немецкий ресторан. То ли дело у Ашотика. Мясо несут, оно шкварчит. Лук тоненький, кольцами порезано.
уксусом полито вот так вот. Лаваш свежащий такой, лаваш, можно завернуться спать в горах. Слушай, как можно в лаваш водка завернуться? Ледяная водка. Да, настолько ледяная водка, люди приходят, пальто одевают, мало ли, заболеем от этой водки. Слушай, что ты несешь вообще? Ресторан. Я у этого Ашотика в ресторане был позавчера, и отравился. Поделился, отравился. Что ты говоришь? Я тебе говорю то, что есть, отравился я. Да это нонсенс. Руди, какой нонсенс? Я отравился. Не может быть такого. Слушай, я тебе говорю, Жорик, я позавчера бил там и отравился. В этот день больше нигде не кушал. Да ты, Рудик, специально отравился, чтобы опозорить ресторан моего двоюродного брата. Это Ашотик твоего двоюродного брата ресторан? Да, Пеливаняна, что не так? Это ты поэтому всех моих спонсоров распугал? А что за... Хороший ресторан. Ты своего ресторан. Брата рекламируешь да, вместо того, ну, чтобы... Ну ладно, значит, ладно. Спонсоров. Ну, это... ну Рудик, что с тобой? Ладно, что ты, ну... Хорошая японская кухня тоже ничего. Скажи, что ромашка Мюнхен и Палермо лучше, чем все остальные. Ромашка Мюнхен и Палермо тоже лучше, чем... Чем все остальные. Чем все остальные, ради бога, хорошо. Подумай. Что смотри, там? Смотри, какая пошла. Кто? Хорошая девочка пошла.